песня могла достаться группе «Виагра». Камикадзе, камикадзе, вечность ради одного дня. Но продюсеры отдали хит молодому коллективу «Инь-Ян». Камикадзе, камикадзе, вечность ради одного дня. Вообще. Теперь юные звезды... Ах, это обо мне. Каждый день начинают в салоне красоты. Ведь каждый вечер у них концерт. Мы дождались хороших заказов. И мы дождались ротаций хороших. А солистки группы «Виагра» кусают локти. Песня ушла у них из-под носа. Она должна быть наша. Мы хотели. Но мы не будем говорить об этом зрителям и группе «Инь-Ян». Ну, мы уже сказали.